Нормально у тебя. Хорошо, чем занимаешься? Вот зашла в Белоруссию спросить, как у вас там вообще. У нас тут новости такие о вас. Страшные. Да. Новости ваши не лгут. Я говорю, новости ваши не лгут. Серьезно, прям вот так вот все, прям капец-капец. Да. Что ж, 10 тысяч задержанных, 3 тысячи инвалидов, черт его знает, сколько умерших, да, вот прям все прямо так. Так, еще человек 80 пропавших без вести, Пропавших понимаешь? без вести 80. А как вы думаете, вот Они сто пропавшие процентов, без вести, они куда а делись? они сто процентов умершие. То есть 80 пропавших, умерших. Ну там уже сотня, да? Сотня. 100 человек уже убило. Убили, да? Ну, в смысле, умерли. 100%. Я вчера общался с девушкой вот в чате. Она с Минска, центр Беларуси. И работает медсестрой и говорит, что в морге негде людей ложить. Ну, после митингов этих. Ну что, у вас уже своя небесная Как-то сотня вот. есть? Считай, А? Майдан удался. Да. Так это еще не конец. А вы думаете, это еще не конец? Конечно. А, то есть мало, мало 100 У нас человек, сейчас в Беларуси... надо У побольше, нас сейчас да? забастовки в Беларуси крупных предприятий. Так а что, разве... А подождите, ну вот уже вот 100 человек уже все, уже есть. Вот она, небесная сотня. Можно же уже как бы, ну, уйти в Европу, нет? Или что-нибудь. Ну что-то надо делать же, что как, что делать. Что-то надо делать, да? Ну а как? Вам только Европа может помочь, и все, больше некому. Не знаю, что будет, без понятия. Ну, или вы в Россию собрались, куда? Ведь вы же так уже самостоятельно не сможете, вы же видите, что... Вы попробовали самостоятельно, а у вас не получается. У вас получается батька. Ну Надо кому-то да. Батя присоединяться. сказал, будет так, значит будет так. Ну все, хватит, что, побыли самостоятельными, теперь надо к кому-то присоединяться. Хрен его знает, что будет. Ну не знаю, ребят, ну в Европу давайте, ну что, тут здесь работы полно. Ну считай, А вы откуда? в Польше, я из Молдавии, поэтому я знаю, что у вас происходит. И где вы окажетесь, я тоже знаю. Только Может учтите. быть. Только учтите, работы здесь, в Европе, на вас уже нет. Уже мы заняли все ниши. Украина, Молдавия, мы уже тут все места позанимали. Вам уже тут места мало. А будем дворниками. Нет, милый мой, чтобы попасть здесь работать дворниками, это такой блат надо иметь. Это самая крутая работа. Да. Будете осликами работать, будете. Ну, вот, например, проходят какие-то ремонты, да, в доме, происходит ремонт. А у нас тут с лифтами проблема, здесь не у всех есть лифты. Вот, и бывает, что для того, чтобы вывести мусор строительный с квартиры, нужно, знаешь, подогнать такую специальную машину, ну, это, как это называется, такой, поднимаешь лестницу, там грузишь, спускаешь, знаешь, вот это. Вот. И так она, ну, как бы стоит дорого. Поэтому, чтобы не такую машину не заказывать, нанимают 2-3 человека и осликами работаете, и таскаете на себе этот груз. Вот такой работы здесь вы найдете. Такую работу. И работать надо будет по 12 часов в день. Так, чтобы, знаешь, И более-менее... как зарплата там у вас? Ну, вот сколько наработаешь, столько зарплаты. Тут нет такого, чтобы платили там за день. Тут платят за час. Напахал, столько получил. Ну, примерно месяц ты зарабатываешь. Ну, слушай, я не могу тебе сказать, сколько я зарабатываю. Здесь это не принято. Здесь не принято говорить, сколько Не ты принято зарабатываешь говорить. денег. Не принято, так, не принято. Ну, Ну, сколько я зарабатываю? плюс-минус 100 долларов. Даже не могу тебе сказать ни плюс, ни минус. У нас тут не принято. У нас тут вообще немножко все по-другому, Понятно. Ну, чем у вас. Понимаешь, Европа есть хватает, да? Европа, все. Плюс, если ты не приедешь сюда, не знаешь, не будешь знать языка, тебе, ну, сам понимаешь, какие тут.
общем, проблемы. Можно пойти 24 часа в сутки работать сиделкой у какой-нибудь старушки или старика. Тоже там, ну, какого-то инвалида таскать, там, знаешь. Вот. Можно, ну, там, на стройку куда-нибудь, если попадешь, так это за счастье. Если на какую-то бригаду там пристроишься, это за счастье. Но здесь уже украинцы тебя уже туда не пустят. Они уже все ниши заняли. Уже, чтобы туда пробиться, уже все. Туда уже фиг попадешь. А ты кем работаешь? Я массажистка. Ну, у меня немножко другая ситуация. Мне не обязательно работать. У меня муж работает. Если единственное, что ты можешь еще тут найти себе мужа. Не жену, да. Не жену, мужа. Голубая луна? Ну, примерно. Есть тут и такие темы. Так что, добро пожаловать, хлопцы. Свергайте скорее батьку и давайте до нас в Европу. Мы вас уже ждем, не дождемся. То мы самые бедные были в Европе. Потом Украина нас обогнала. А теперь Украине же обидно быть первой с конца. Она хочет чуть-чуть приподняться. Так что давайте к нам. Хорошо. Можете ждать нас там. Давай, ждем. Приезжайте быстрее. Да, блин. Нормально. Все хорошо, да? Ну, относительно. А что не спится? Ой, а что не спится? Черт его знает, что-то не спится, знаешь, бывает. Да. Ясно. Я-то на работе. А я-то дома. Везет. Слушай, а меня хорошо слышно? Да, отлично. У меня этот первый день сегодня гарнитуру эту одела, я не знаю, как вообще люди меня слышат. Нет, отлично, все отлично слышно. Как вообще на Украине дела? Я не в Украине. Почему? Как не на Украине? Меня показывают, что на Украине. Ну, это VPN, я не на Украине. А где? Я Виталий. Во, круто. Еще лучше. Ну, если у вас так пойдет, как сейчас идет, вы тоже будете скоро кто где. Кто Виталий, кто в Польше, кто... Разбежитесь. Все верно. Все верно. Поляки уже студентам открыли границу. Пожалуйста, переезжайте. И бесплатно учеба идет в университетах везде. А которые оппозиция преследуется, пожалуйста, без виз, пожалуйста, выезжайте в Польшу, Литву, куда хотите. На грядочки, грядочки, грядочки. Но прошу учесть, у нас тут места не резиновые. У нас это где, в Италии? Стройки у нас тоже не резиновые. Да. Вы уже заполонили все? Почти все. Не, ну вы серьезно вот сейчас вот считаете, что то, что у вас происходит, это позитивная вещь? Должно к этому было прийти. Почему должно? Ну как, ну потому что уже точно так же надоело это все терпеть. Знаете, да было бы все, понимаешь, было бы все нормально, чтобы наш этот президент не трогал бы людей. Зачем надо... Знаете, мы сейчас так жалеем, что наш Янукович не тронул людей. Мы сейчас капец как жалеем. Вот если бы он, вот точно так же, как ваш батька в свое время, дал приказ и разогнали всю эту пиздобратью, может, и мы сейчас такой бы жопе не были. Ну, мы к лучшему не идем с ним. Абсолютно. Все везде его приверженцы. Допустим, наш вот я из Гродно, губернатор запретил ОМОНовцам разгонять митинги, установил место, где это самое делать. Лукашенко приехал, что сделал? Губернатора снял, всех поснимал, сказал заводы позакрывать, чтобы будет бастовать. Правильно. Ну, вы же экономику свою рушите. Вы хотите, как у нас, чтобы как у нас, чтобы ни предприятия не осталось, ничего. Вы реально хотите сюда, в Европу? На грядки польские. Никто в Европу. Езжайте сразу, не разваливайте страну. Езжайте на грядки, посмотрите, как здесь прикольно, как здесь классно, поработайте, поживите. Просто никто из Белоруссии уезжать не собирается. Уедет, а придется,
А ты думаешь, мы собирались уезжать? Ты думаешь, мы собирались уезжать? Мы вынуждены уехать, понимаешь? Вынуждены. Потому что ни работы, беспредел. Ты посмотри, что на улицах творится. Ты видел, что вчера произошло? Нацики, блядь, остановили автобусы, расстреляли нахер людей. Вы хотите такого? Ну, поэтому у нас мирные митинги идут, а Лукашенко их разгоняет. У нас тоже все начиналось с мирных митингов. В 2004 году у нас все было очень мирно. Ну так почему власть не хочет оставить? Держится уже 30 лет. И слава богу, спасибо ему, скажите, что он держится. Что вас до сих пор не раздеребанили, что предприятия ваши не распилили к чертовой матери, что олигархов у вас нет. Вы ему скажите за это спасибо. Это кто такой сказал, что у нас олигархов нет? Скажи мне. Вот у украинских олигархов ты знаешь наверняка всех. А вот да, у белорусских скажи мне, кто у вас? Хватит то, что он пошел сейчас баллотироваться и предоставил... То, что у него нет, ну, вообще ничего нет. 18 резиденций только у него. Ну, это что, его, что ли? Его. Личные, его, он там жизнь будет. Да, его личные. И в Сочи, и у его дача круче всех. Так это же государственное все, это же останется государством. Какое государственное может быть? Ну, да. Вот государственное, вот, когда вот у... Начал православный вот епирка, да, высказал свое мнение. Блин, не бейте людей, не стреляйте в людей. Хотя бы разгоняйте, что-нибудь запретите митинги эти. Или пускай помните. Я бы сейчас лично бы пошла на тот Майдан разгонять этих ублюдков. Я бы лично сейчас же дубиной бы их пиздячила, если бы я знала, что будет потом. Может быть, потому что там... Неужели вы не видите, куда вас тащат? Ну неужели вы этого не... Вам мало было нашего примера, что ли? Эй, пацаны, вы чего? К этому вроде бы так говорят, что к этому все идет. К этому все и идет. Именно к этому. Стоит только вам неконституционно сделать хоть полшага, и вам капец, понимаете? Пока вы держитесь эту конституцию, пока власть передается, как конституция в 2004 году поменяла конституцию, а теперь хочет еще раз ее поменять. Какая бы ни была конституция, ее нарушать нельзя. Как только вы нарушаете конституцию, все, у вас в стране бардак. Так у нас никто не нарушает, кроме его. Он нарушает. Он нарушил все человеческие права, все человеческие эти конституции. Какое твое право было нарушено? Твое личное право какое было нарушено? Что тебе не так? И теперь конституция меняется. Что тебе не так? А тебе лично что не так? Что мне лично не так? А сейчас уже у нас ничего хорошего нет. Тебе лично что не так? Что он нарушил твои какие права личные? Какие? Что он тебе сделал? Ну, лично мне вроде бы ничего такого сильного не сделал. Ну, так а чего ж ты ведешься на эти все глупости, которые у тебя из телеграмма там звучат, которые пишут? Почему так, я? Так они для этого все и пишут, чтобы вот такие, как ты, которые сомневаются. А не надо писать! Не надо писать. Ну что? Выйди в город, что? А? И что? Омоновцы ходят. Кто-то посигналил, бьют машины. Ехал дедок, ёлки. А ты видел, как их сбивали машинами, этих самых омоновцев? Ты это видел? Это абсурд полнейший. А ты видела, когда детей... Пятилетнего ребенка застрелили. Какого, блядь, ребенка? Что ты ведешь? Уже мальчик распятый у тебя? У нас, да, в Гродно-то. И не только в Гродно, и в Минске. В автозаках баб насиловали, это нормально? Знаешь, что я тебе скажу? Мне вас не жалко. Только я тебе еще раз говорю, сюда не едьте в Европу. Место мы вам свое. Нихуй уступим. Понял? А на какое мне твое место? Идите, делайте, что хотите. Мне вас не жалко. Если ты такой долбоеб, тебе ничего не сделали, тебе вроде бы все в порядке, но у тебя уже какие-то мальчики, блядь, распятые, у тебя уже бабы изнасилованные, блядь. Ты же просто нихуя не знаешь. Насрали в голову, вот что я знаю. Тебе в голову насрали.